сегодня, 27 марта 2015 года, около 18 часов 30 минут на 8 километре плюс 600 метров автодороги Петродворец-Репино произошло дорожно-транспортное происшествие, столкновение двух транспортных средств. По предварительной информации, мужчина, управляя транспортным средством Hyundai Tucson, двигаясь в направлении от КАД в сторону деревни Петровская, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством Toyota Land Cruiser под управлением женщины 1969 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Hyundai Tucson 1965 года рождения погиб на месте происшествия. Водитель Toyota Land Cruiser, женщина доставлена в медицинское учреждение. Информацию передал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД по Ломоносскому району старший лейтенант полиции Стишак Светлана Федоровна.